спрашивают про Валеру Коля, что сидел за Михасевича, там посадили по беспределу, там маньяк орудовал у нас. Ну, Коль со мной был в Гродно, 84 хата там на Швейке они работали. Ну, с Наумом менялись. И очень было с Наумом в дружеских отношениях. Я был, ну как, нормально с Колей. Не вникал там в подробности. Ну, одно меня настораживало, что за убийство бабы, за изнасилование там. Я как-то этого хуйню сторонился. А потом знаю, что Колю еще 2 года сидеть. Освободился в 86-м году я. И вижу, захожу в магазин «Каунас». И вижу, там пацан, медведь там, Валерка, короче, сцепился, короче, с пацаном я. Оказывается, это Коваль. Он говорит, там освободился, скрытый. Я говорю, что ты пиздишь, Ковалю еще сидеть 2 или 3 года. Ну, короче, разговорились. Оказывается, это Коваль. Михасевича поймали маньяка и этих освободили всех, кто ни за что сидел. А он пятнашку отсидел и все вкрытый, все качал там свои права, короче. Ну, ни за что отсидел, кипишевал, что ни за что сидит, и отсидел вкрытый, не вылазил скрытый. Но пацан был хорош, я был с ним охуительно, он сам баскетболист сам по себе, спортсмен был, короче, все время спортом занимался, и на этой почве его, ну, лучше, если там где-то видели, где-то проходил, его в наглую закрыли и пятнашку дали за этого Михасевича, что якобы бабу какую-то убил. Ну, она потом оправдали полностью. И уже мы на свободе. Он с медведем был очень класс. А с медведем я потом дружил. Были мы и в саунах вместе зависали. Это мотыля, друг медведь. Он сам считался жестковым. Ну, такой пацаненок в Витебске стоял очень сильно. С Коныгиным дружили они сильно. Вот тогда с Ковалем познакомился. Ну, не уникал в подробности. Ну, освободили, ни за что отсидел, короче, в пятнашку. Ему там что-то реабилитировали, деньгами возмещали. Я не вникал в подробности, но знаю, что он с Лучником дружил. И с Таней, этой женой Лучника, дружил. Короче, ну, а Лучник, он такой человек, он с говном дружить не будет. Ну, Коль считался хорошим парнягом. А тем более пострадал ни за что. Ну, к нему очень хорошо относились. И особенно спортсмены витебские. Вот как-то так.